Жену поймал за приготовлением ужина. Вот чего налепила. Я ее выгнал пока, чтоб не мешало мне снимать. В духовке стоит картошка и еще что-то. По-моему, спринг-роллы. Да. А у меня я пока себе готовлю крабов. Ну и чуть-чуть тигровых креветок. А это мы выпросили в магазине. Чисто головы, видимо, пойдет на приманку. Сейчас я их распределю по мелким кусочкам и заморожу. Так что ужин впереди. Ну вот, ужин готов. А, кстати, это не праздничный ужин, это обычный ужин, который мы себе устраиваем. А, для съемок единственное, что было сделано, это жена разложила крабы вот так вот красиво по тарелке. Обычно я их туда наваливаю кучей. О, кто-то пишет нам. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть гиозы. Это картошка и... Все время забываю, спринг-роллы. Суши. Даже сухари насушили. Из остатков хлеба. Авокадо непонятно с чем, может быть без ничего. По-моему, это зеленый чай, водоросли. Ну, всякая фигня типа майонеза японского. Ну, крабы, креветки, понятное дело. Я себе сейчас намешаю, извиняюсь, намешаю небольшой коктейльчик. Это будет у нас полстакана воды, лед, одна банка колы. Лечебной, заметьте, пепси-колы. Говорят, что... Ну, это мой знакомый говорил, что пепси лечебная, а кока-кола это яд. Ну, пусть это будет на его совести. В общем, получается где-то 30 грамм виски. Пепси банка, остальное водой. Примерно получается напополам пепси. Ну вот это ради крабов. Обычно я пепси пью только с крабами. Вот и все. А как уж будем есть, не буду показывать. Хотя народ просит, нечего в рот заглядывать. А так выглядит перекус между завтраком и обедом. Мандарина, немного черники, немного малины, немного клубники. И будете всегда худыми. На этот раз крабы не местные, крабы американские. Такие вот довольно большие. Мы их уже ели один раз. У них все набито мясом. Вот это вот все лапки, все полны мясом. Довольно интересные, очень вкусные. В принципе, они недорогие. Вот примерно как наши, как австралийские. Так что сейчас попробуем.